пришел электрик, установил нам. Вот она лампочка. Все прям освещает, все светло, смотрите. И в Диминой комнате тоже лампочка. Но тебе нравится, Дим? Нравится? Да. У нас белье сохнет. Не помещается оно никуда. Что-то он там мазнул кусочек, что ли. Волос чей-то висит там. Какая красивая. А смотрите, как стало светло. Так классно. 5 лампочек, это уже светло. Прям офигенно стало. Было 3 лампочки, было, это было очень темно. А как красиво они. Тень такая красивая на потолке. Да? Тебе нравится? Нравится. Подмели сейчас только вечером. Включим пылесос, да? Он нам помоет все здесь. Пропылесосит сначала, потом помоет отдельно, наверное. Все приберемся, да? Ой, как зелененько. Красиво. А вечером, наверное, будет вообще шикарно красиво смотреться. Как зелененько поставили. Ну, чуть-чуть их нужно будет подвинуть в разные стороны. Будет очень красиво прям. Вообще. Вечером покажем вам, как это выглядит все. Шикарно. Красивая очень люстра. Там стекло вот это, оно прям так звонко играет. Очень красиво. Мне так она нравится. Я бы, конечно, себе поменяла, но у меня, мне папа подарил люстру. Она, ну, она тоже шикарная, она сейчас еще пока пыльная. Сейчас мы ищем какую-нибудь женщину, которая придет и все это помоет, остатки ремонта, потому что у меня сил нету. Стоять с поднятыми руками, перемывать эту люстру, нету силы. И также нам надо еще вот эти вот стены тоже помыть, потому что мастер-установщик двери менял, здесь пилил, и тут вот эти вот стены, вот эти все, они очень пыльные. Не видно вот? Но она есть, пыль. Хотим, чтобы вот это все помыл. А вон какая-нибудь женщина в поисках сейчас. Посмотрим в ближайшее время. И потом стеночку еще будем ждать. И потом я вам покажу весь полностью ремонт. Что да как вообще, что у нас. То есть полностью всей квартиры. Чуть-чуть, прям попозже. Осталось терпеть вам капельку совсем. Здесь вторую лампочку не нашла. Мешок с лампочками что-то потеряла. Не знаю, где они. Вот, и тут осталась такая штука. Сейчас мы напишем людям, которым я обещала ту лампу, которая с Диминой была. И потом предложим им остатки ремонта. Вот эту вот лампочку. И все, чуть-чуть, да, осталось. Там я. Да? Дима. А, сегодня с утра еще сухарики с чесночком сделала, наконец-то. Добралась до хлеба. Тут делаю сейчас курочку. Вот. Всем привет! С вами канал Артмания. Утро у нас началось вот так вот. Сын сказал, что будет мыть полы сегодня. Хотя у нас, конечно, моет мапсюня полы в основном. Вон он стоит, уже зарядился вчера. Сегодня его очередь. Но Дима сказал, что будет мыть полы. Дима полы мыть немножечко уже умеет. И учится мыть дальше полы. Вот, что ты перемыл, Дима, расскажешь подписчикам? Кусы. А? Кусы. Он перемыл уже ванную, да, полы в ванной, в туалете, потому что Максюня туда у нас не залазит, потому что там бордюрчик. И у меня там когда как получается протереть полы, потому что я уже сама не мою полы, все моет пылесос. А что лапу, кто полы тут? Не знаю, Дима, наверное, мой давай. Это тут. Ну, не я. Я прыгаю, и вот отца лапа. Нельзя прыгать, потому что думала, что сейчас у меня утро начнется. Бачон не отмывается, что ли? Пятно какое-то странное. Нет. Думала, у меня утро начнется живописи. Порисуем туда-сюда. Что-нибудь как-нибудь необычно. Я знала, что оно начнется. Но началось вот так вот. Да, отжимай хорошенечко только. По уголочкам протри, потому что в уголочке Мапсюня не заходит. Мапсюня — это наш робот-пылесос, мы его так назвали, да? Да. Вот. Уголочек нет, я не отжимаю. Отжимай, а то ты сейчас мне воды тут нальешь, вода зальется куда-нибудь под кровать, и кровать разбухнет, дерево. Дерево разбухает от воды, да. А железо ржавеет от воды. Да, мы с тобой столб видели на улице, ржавый, видели? Видели. Вот. Потом он ломается. Вот, короче, у нас вот такие вот дела. Дима с утра уже сам заправил свою кроватку.
Здесь у него, конечно же, беспорядок. Вчера у меня уже не было сил. Что-то вечером такая каша была в голове. Кошмар просто. Ничего не вообще сообразить было. Что-то очень сложно. Что-то последние деньки вот у меня почему-то так. Может, не высыпаюсь. Может быть, не знаю. Сегодня он все уберется. Кроватку, кстати, сам заправил. В ней стояла и ее же заправил. Ой, там что-то ты закрылся-то у меня. Да, кстати, тут вот наша кладовочка. Здесь я поставила свет. И, кстати, у меня показывала лампочку вот так вот подвесила. В таком состоянии. А я хочу посмотреть там. Ну не лази ты тут, Ну хочу кнопку. Еще иди давай. Хочу. Потом покажу. Тут коробки еще не выбросили. Стоят пока. Пока стоят, думаю, вдруг пригодится. Вот что-нибудь в коробке сложить. Лучше, когда разложено по коробку. Мне так, честно, удобнее. Вытащил коробку, там все. Вот у нас, кстати, тут блендер, соковыжималка. Соковыжималка для апельсинов. Там дальше еще сушилка поместилась. Короче, техники просто навал. Меня это немножко раздражать начинает. Мясорубка. И... что там еще? А, и еще этот... там еще место есть свободное. Там это сахар. Попросила мужа купить 2 килограмма сахара, принес мне 5 килограмм сахара. А мы сахар съедаем в год, пачку сахара. Вот она стоит теперь. Я думаю, наверное, летом буду варенье делать из него, потому что мне надоело, что он тут стоит. Тут, конечно, стоит техника немножко. Эту отдаю даром или продаю, не знаю. И так вот. Немножечко уже я поубиралась. Тут конструктор, кстати, мой. Тут у нас обувь у меня в коробочках. Тоже, кстати, не очень нравится, как она лежит в этих коробочках. Что-то надо придумать здесь, не нравится мне. Вот. Ну, тут всякие разные запасы. Вот. Разные. Там вот еще есть, кстати, запас этих вот. Сдавать анализы, кто сдает. На Вальбрисе я покупала за 300 рублей, там штук 20, что ли. Очень выгодно. Идешь вот так вот. Это срочно надо сдать, не надо бежать в аптеку. Ну и тут по мелочи. Тут вот от Димы прячем машинки, потому что они должны ездить по грязному полу, чтобы у них колесики не забились. И тут вот коробочка с инструментами. Да? Я решила не покупать большую коробку для инструментов. Решила класть в такую вот. Там все, в принципе, поместилось. Тут вот мои украшения я вчера доставала. Часть буду где-то отдавать, часть там куда-то девать. Я хочу тут помыть хочу. А, ты ждешь меня, пока я тут наболтаюсь? Да. А, сейчас, секунду. Вот, это я тоже спрятала отдельно. И тут у меня вот полка будет с едой. То есть вот макарошки такие вот, которые мошки не съедят. Сахар вот опять. Консервы немножко. Тут я тоже прячу. Вот. А, и здесь у меня получается... Так, это вот наш арка. Здесь бумага. А вот тут получается у меня... Сейчас, последнее. Для... Все для этой каемочки. Нашей посудомоечной машинки. Соль, таблетки. Сложил в такую коробку из-под пылесоса. Все? Все, я ухожу. Ты мне прям под ноги поставил ведро, да? Чтоб мама шлепнулась. Ты будешь мыть полы здесь. Здесь тоже пылесос залазит. Сюда, в принципе, хорошо здесь моет. Ну, короче, вот так вот получилось. Хотела, честно говоря, я немножко пошире, чтобы они были. Но мама говорит, ты как будешь боком, что ли, заходить туда? Вот. Ну, в принципе, места достаточно. Я только забила, считай, верхние полки здесь забила, да, и начинаю постепенно вот тут вот себе забивать. Но еще все равно я не все разобрала. Еще у Димы там вот на балконе полно всего еще лежит. У меня там тоже как-то более-менее буду часть выбрасывать. А здесь вот коробок очень много. Тут, конечно, коробки я тоже буду очень много выбрасывать. Очень много у меня одежды разной, которые когда-то я покупала, потому что мне, видите ли, не хватало ее. Вот какой-то был прям в голове у меня срочный шмот. Нужно покупать все абсолютно, неважно, буду я носить или нет. И сейчас я уже выбрала для себя определенное количество. А ты где у меня ребенок? А, вон ты. Потеряла мама сына своего. Где он тут пропал в большой квартире? Вот, и для себя я сейчас выбрала определенное количество одежды, которую ношу в основном всегда. То есть другая одежда я практически не ношу. Она лежит просто без дела. Занимает коробки, место занимает.
Я буду очень много выбрасывать, буду записывать все это на камеру, мерить все это вместе с вами, думать все это. Но это будет уже позже, это, наверное, будет в июле или в августе, где меня прокинь ведро. Аккуратненько. Мой-мой, давай-давай. Молодец, мой. Сыночка моя. Тут все уже помыл, по углам помыл, как я и попросила. Посередине сухо. Вот. А, ну и тут, конечно, да, кстати, тут вешалочка у меня. Здесь куртка висит, здесь мое старое одеяло. Вот, тут еще немножко постельное белье лежит, потому что его класть пока что еще некуда. Вот, куртка там одна, что висит одна. Да будет ночь. И все. Все это закрывает. Так, себя показывать я пока не буду.